Поближе можно снимать, можно фотографировать. Видно тебя? Так, ребяточки, сюда подошли. А часы сюда до сих пор работают с тех времени, да, с того времени? Прям да, еще да, такой запах сохранился. Прям. Запах? Да, да, да. Так, ребята, в музеях, во всех музеях мира есть такое правило. Кто пониже, тот становится вперед. Как кровать можно? Ну что, вошли все? Да? Обратили внимание, да, на икону в большой комнате? Здесь еще одна икона, тоже написанная, в иконах говорят, написанная двоюродным дедушкой Антона. Еще одна картина из Чеховского дома. И мы с вами сейчас находимся в той самой комнате, где Антоша Чехов появился на свет. Вот вы все, мы, даже мы взрослые, уже давным-давно детки на свет появляются в больнице. А тогда дети рождались дома. И Антоша Чехов родился в этой комнате зимой, полных уже 163 года назад. Нам сейчас жарко, нечем дышать, и тогда было холодно. На улице было холодно, и поэтому колыбельку с малышом поставили в самый теплый уголочек. Вот эта стеночка была горячая, топилась печка, чтобы малыш не простудился, не заболел. Именно сюда и поставили его колыбельку. Угощение называется Кристина. Так вот, ни на крещении, ни на Кристина не присутствовали бабушка и дедушка. Они в то время находились в одном из дальних-дальних имений графа Платова. И поэтому спустя некоторое время в Таганрог прислали письмо с поздравлениями. Обратите внимание, вот еще один почерк, тоже бывшего крепостного, дедушка тоже был крепостным. Здесь дедушка поздравил. Антония Викторовна, в таких корытах стирали и купали маленьких детей. Но взрослому здесь неудобно. Это тоже ими стирали. Этим гладили. Там, смотри, вот эта палочка называется скалка. На скалку наматывали высохшее полотенце. Льняное такое, вот плотное. И потом вот так раскатывали. По столу раскатывали. Так, а что такое? Плохо? Нет.